Так, всем привет! Меня зовут Александр Цибулевский. В этом ролике я вам расскажу, почему я рекомендую систему Феномен MLM и почему я имею моральное право это делать. Значит, кратко себе расскажу. Я 16 лет профессионально занимаюсь сетевым бизнесом. Это мой основной источник дохода. Значит, из этих 16 лет я 16 лет в интернете. До 2007 года работал на основной работе и занимался сетевым режиме частичной занятости. То есть я работал в страховой компании, ну кто уже знает из вас, есть такие компании сетевые. Продавал страховки, использовал круг своих знакомых, встречи в реале, родственников, друзей, всех, короче, я достал. Вот и за полтора года моих таких стараний, страданий подписал только, продал только 7 человек. То есть купили полис. И то благодаря тому, что моя спонсорская линия очень хорошо мне помогала. То есть у меня был рабочий день до 6 вечера, потом с 6 вечера до 10 вечера я работал еще в другом офисе. Поэтому была вот такая жизнь. Значит, в 2007 году я ушел с работы. И понял то, что работа в реале мне не подходит в сетевом, потому что это большие временные затраты, особенно если вы живете в большом городе, постоянные пробки, ездить туда-сюда, расходы, это все дорого. Я начал изучать работу в интернете. Вот, и пришел в первую сетевую компанию, вот, которая была туристической, был это матричный проект. Но, тем не менее, это мой был такой опыт. То есть я начал изучать контекстную рекламу, сделал сайт, начал вести рассылки. Вот, и вот свой расскажу опыт вам чуть позже. Я вам хочу просто показать разницу. Зачем сетевику автоматизация? То есть вы видите, что тут человек, представленный с косой, косит поле, да? Косит там пшеницу или траву. Он работает вручную, маленькая широта захвата. И вручную. Это тяжело. Это тяжело, долго. Это вы, кто работает в интернете, из вас выходите по людям, пристаете, даете свою компанию посмотреть, вам дают встречное предложение. И понятно, что это все неэффективно. То есть, если два сетевика друг другу расскажут о своих компаниях, то, как правило, оба не разойдутся ни с чем. Вот. И предложений на рынке очень много. Сетевых компаний сотни, сетевиков десятки тысяч, если не сотни тысяч. И все хотят кого-то подписать. То есть, рынок очень сильно перегрет. Поэтому для того, чтобы работать эффективно, надо система. Система дает вам очень большие преимущества. Это автоматизация, у вас больше свободного времени, у вас только целевые кандидаты, которые сами вас находят и хотят с вами пообщаться. И нет никакого негатива, потому что негатив, как правило, он заканчивается еще на входе. Поэтому сила системы, она однозначно есть. Я вам покажу сравнение. Вот когда я в 2007 году ушел с работы и пошел в туристическую компанию сетевую, ну это такой был проект матричный, я поначалу тоже пытался найти вручную в интернете людей, у меня ничего не получалось. Потом сделал сайт, но надо сказать то, что я умел делать уже сайты на тот момент. Очень хорошо разбираюсь с любым онлайн-сервисом, это не проблема абсолютно. Было много свободного времени, чтобы заниматься, читать, разбираться. Вот. И у меня за полгода больше 300 человек пришло в эту компанию. Это с нуля, это люди, которых я вообще не знал. При том, что я еще даже умудрился поездить, еще презентации почитать по стране. То есть очень серьезный был толчок. Я понял, что система работает. Дальше, следующая компания. Вот моя самая большая компания, в которой я проработал 10 лет. Тоже в 2009 году я пришел туда, компания открылась. У меня был уже опыт, я знал, что такое сайт, что такое рассылка, как оно работает. Сделал сайт, запустил рассылку, запустил контекстную рекламу, люди пришли. У меня за 14 дней было больше 60 партнеров в первой линии. Представьте себе, в первой линии. И за 10 лет работы в этой компании, потому что я работал с первого дня по последний, у меня в первой линии стало 145 партнеров, а команда стала более 20 тысяч человек. То есть смысл в том, что вы по интернету можете зацепить сетевика, можете человека, которому это понравится, у него есть свои связи, он знает, как приглашать людей у себя дома, в своей стране, в своем городе, и дальше он с вами коммуницирует через интернет, а там строит бизнес в реале. Потом кто-то хочет в интернете, пожалуйста. И у меня было много партнеров, которые хотели строить бизнес в интернете. Я даже сделал для них специальный сайт командный, красиво его оформил, и там был сайт конвейерного спонсирования. То есть, когда заходил человек, я его рекламировал, у нас был общий пул рекламы, я его рекламировал на своем аккаунте рекламном. И когда туда попадал человек, он нажимал на кнопку, и ему поставлялся просто сайт-визитка уже моего партнера. То есть, они были заряжены в специальный такой
конвейер, где ссылка была ротация определенная. Людей было много. То есть у меня там больше сотни партнеров было только вот в этом барабане. И там они все уже дальше там делились по геозапросам. Там очень была такая серьезная, классная система. Вот. Ну, сейчас у меня другая система, о ней расскажу чуть позже. Значит, в компании номер 3 я параллельно еще работал еще в одной компании. Кстати, из них 4 были продуктовые эти компании. Вот, компания номер 3 тоже, та же самая схема, сайт плюс email рассылка. За 4 месяца работы больше 250 человек в команде. Опять же, люди, которые меня не знали. Хочу вам сказать одну важную вещь. Я никогда не пересекал структуры моей компании между собой. То есть, если я в какую-то компанию заходил, я строил там бизнес заново полностью. То есть, я набирал людей с интернета заново. И вот это все вот эти цифры, это люди, это были новые команды. Просто компании закрывались. То есть, почему я уходил из бизнеса? Потому что компании закрывались. Вот компания номер 3 в 2011 году, она закрылась. Был прекрасный продукт, хороший план, но компания закрылась. Компания номер 4, 2011-2012, я там работал год, чуть больше года даже. Те же самые инструменты, сайт, email, рассылка. Никаких ботов тогда еще не было. То есть, мессенджеров, ботов. Все работали по имейлу и прямыми методами. За полгода работы больше 300 человек в команде, плюс я получил еще ран в компании, ездил по презентациям. Вот, и там мы как раз и познакомились с Олегом Упилковым. Мы работали с ним в одной компании, мы там с ним познакомились. Я увидел, Олег, насколько молодой, энергичный парень, он очень толковый, он очень быстро схватывал информацию, он хорошо учился, он применял сразу все материалы на практике. Я за ним постоянно наблюдал. Вот мы общались, поэтому я знаю этого человека лично, я ему доверяю максимально. Значит, еще одна компания в 2020 году, по 2022. Тут уже инструменты были другие. Как раз мы с Олегом тогда подзапустилась вот эта система чат-бот MLM. Я эту систему быстренько подключил к этой компании. Сайт, лендинг плюс чат-бот MLM. И за 6 месяцев работы больше 1200 человек. То есть смотрите уже, как растет эффективность. То есть эффективность очень прям видно сразу, да, что система плюс время равно эффективность. И люди приходят к вам в бизнес. Сейчас я работаю в компании, уже вот в мае месяце, в конце мая пришел. Тот же самый инструмент, сайт, лендинг, чат-бот. То есть система чат-бот MLM, она с 2020 года. А сейчас эта система, она еще новее. Она уже доработанная, она уже более обновленная. Это уже сотни сетевиков с разных компаний. Поэтому эта система, вот, которую я чуть позже расскажу, она намного уже эффективнее и интереснее. Так, переходим к следующему слайду. Значит, что вы получаете благодаря системе? Сейчас речь идет просто о системности работы. Значит, быстрый результат вы сможете в этот же день или на следующий получить кандидатов. Это важный момент, потому что учиться долго, ждать мало кто может себе позволить, поэтому быстрый результат есть. Значит, на следующий день уже идут кандидаты. Эффективность работы, вы тратите свое время только на то, что вам надо. То есть вы не вручную не перерабатываете нецелевых людей, которые вам дают, говорят «нет», 10 «нет» за день, и все, человек уже не будет дальше работать. Потому что каждое «нет», оно, наоборот, демотивирует. Дальше, люди, ваши коллеги по цеху, либо в вашей компании, либо в других компаниях, если они будут за вами наблюдать, за вашим ростом, вы будете вызывать у них уважение и признание. То есть эти люди уже будут вас знать, они уже будут понимать, кто вы. Поток кандидата у вас будет качественный. Соответственно, будет расти бизнес, будет расти чек вашей компании. И я не исключаю того, что люди с других сетевых компаний смогут уже потом перейти к вам со своими командами. Когда вы, работая по системе, подниметесь и покажете результат. Вот это самый важный момент. На рынке сейчас есть очень много разных предложений. Поверьте, мы все анализируем, смотрим, кто что предлагает. Значит, есть куча чат-ботов, где нету трафика, нету статистики развернутой. Просто дают ссылку на чат-бот, вот говорят, на, бери, давай, рекламируй. Люди туда зайдут. Вопрос, чей это чат-бот, кому он принадлежит, что там внутри, где взять людей, никто не знает. Рефералов продают тоже. Говорят, вот там, давай деньги, мы тебя загоним людей в бизнес. Ну, понимаете, какие это будут люди, какого качества? Это будут мертвые души. Там какие-то боты, какие-то непонятные аккаунты. То есть тоже это списочный состав, с которого толку ноль. Тем не менее, это тоже продается на рынке. Многие сетевики, кто не знает, дают деньги, разочаровываются, говорят, мы уже это все пробовали, это не работает. Дальше обучают, как стать брендом. Вот стать брендом, тебе люди придут.
ты будешь зарабатывать деньги. Оно-то понятно, что на бренд люди идут, но чтобы стать брендом, надо время, надо не один год. Надо очень много трудиться, надо очень много денег потратить на все. Ну, поверьте, как новичку или человеку, который уже в бизнесе, но он еще не бренд, и он хочет просто деньги заработать, как ему это объяснить? Вы станете брендом автоматически, как только вы, используя систему, начнете получать результаты, вас будут уже знать и замечать. И в вашей компании, и в других, и вы автоматически станете брендом благодаря системе. Вот и просто лендинги рекламируют, говорят, вот, нате лендинг, вот бери с этим лендингом и ходи везде. Ну, это в любой компании лендинги есть, как правило. Всегда вот эти регистрационные формы. Вот, берите, делайте с ними, что хотите. Но самый главный вопрос, на который ответ мало кто может дать, где взять поток кандидатов? Речь идет об интернете сейчас. Где взять? Вот есть у вас, допустим, вам дал кто-то какой-то бот, вам дал кто-то лендинг. Вопрос, где взять людей? Начинаются вот эти приставания ко всем в интернете, предложение зайти на мою страничку. Но понимаете, что это плохо работает. Потому что человек не заинтересован. Если вы к нему идете, он не заинтересован заходить. Лучше, когда он сам увидит и сам к вам придет. Поэтому вопрос, где взять трафик? Значит, что в систему феномена MLM входит? Значит, набор лендингов, дерево чат-ботов, органический трафик, мы обеспечиваем поток кандидатов, развернутая статистика, гибкие настройки, постоянная поддержка и 100% доступ к вашим аккаунтам, доступ к вашей базе. Это ваша собственность. Это не хранится на нашем сайте, это не будет там доступ через сайт системы, как некоторые думают, что мы там даем просто готовый сервис, вы регистрируетесь на сайте, и потом это все, потом база находится под нашим контролем. Нет, эта база будет только ваша. То есть специалисты феномена MLM, они вам все могут настроить под ключ полностью. Но все сервисы, доступ к базе будет только у вас. Вот, то есть специалисты получат его временно, но и только с вашего разрешения. Вот, я свою систему настраивал самостоятельно, с поддержкой, но я настроил ее за 2 дня, при том, что я умею настраивать и делать там лендинги, разбираться с сервисами, настраивать рекламу. Вот я это сделал за 2 дня, и то мне пришлось обращаться в нашу техподдержку, мне там любезно помогли. Вот результаты, за 5 дней я вам показал скрин только с Фейсбука, то есть я еще даже толком не начинал там рекламироваться в Яндекс.Директе, в Гугле, еще поток такой идет с Фейсбука, что мне просто времени иногда день не хватает, чтобы со всеми людьми пообщаться. Так вот, за 5 дней 99 кандидатов, вот вы видите, вот здесь 99, первый прямоугольник красный, период вверху справа, вот 17 сентября по 22, и вот сколько все это обошлось, вот $69. Ну, посмотрите, вот цена за результат 70 центов получилось, вот 5 стран, по которым идет реклама. Вот, так что я даже уже прикручиваю, потому что поток очень большой, людей уже до 30 доходит в день, а со всеми общаться надо качественно. То есть в любом случае, поверьте, никакой чат-бот не заменит живого человека, вам все равно придется с людьми общаться. Я скажу, что почти все люди заинтересованы или в бизнесе, или в системе, и ими очень хочется получить такой же результат, потому что большинство сетевиков работать в интернете правильно не могут. Они не знают, как это делать. Ну, либо не хотят, либо не знают. Значит, это все благодаря тому, что у вас будет комплект лендингов под любую целевую аудиторию. Но аудитория у нас сетевики, как правило. То есть у вас будет не один лендинг, а несколько, настроенных с разными креативами, там, фотографиями, текстами. Мы все это тестируем постоянно. То есть это не просто закостенелая система, которую вот текст всем один дали, нате, берите и работайте. Да? Если у всех будет один текст, оно перестанет работать. То есть постоянно нужно что-то креативить, что-то придумывать. Значит, сеть чат-ботов многоуровневая, где продуманы все логические цепочки, все возможные ответы на вопросы, куча переменных, куча условий. То есть это человек, который сам этого никогда не делал, он этого не сделает, у него просто лопнет мозг. Потому что сидеть и разбираться со всеми этими блок-схемами, это реально тяжело. Опять же, у меня опыт есть, я 16 лет в бизнесе, в интернете очень многому учился. И с чат-ботами умею работать, и с любым сервисом разберусь. Есть просто логическое мышление, и все сервисы, они похожи друг на друга. Поэтому если вы с одним хорошо разобрались, есть практически 100% гарантия, разберетесь и со вторым. Но поймите правильно, что это все надо время. Вот. И вот качественный органический трафик. То есть откуда люди берутся? Потому что все мне задают один и тот же вопрос. Откуда берутся люди? Где их взять? Вот, качественный органический трафик. Целевые кандидаты с Фейсбука, с Инстаграма, с Гугла и с Яндекса. То есть на каждую страну можно настроить
настроить рекламу так, как вы этого захотите. То есть не все для всех делается, а будет такая точечная реклама идти. Если у вас компания работает в определенных странах или у вас интерес в определенных странах, значит, это и будет работать именно по этим странам, так, как захотите вы. Вот. Ну, мне многие говорят, ну, ваша система, вот, я могу сделать сам. Хорошо, если вы можете сделать сами все, если вы умеете придумывать чат-боты, вы умеете их конструировать, умеете их взаимосвязывать, умеете их настраивать, если вы можете запускать рекламу на всех сервисах, вы знаете, как это сделать правильно, как не слить рекламный бюджет, никаких проблем, пожалуйста, настраивайте сами. Но я скажу, даже это тоже требует достаточно много времени. Но у таких людей, да, у них все получается. Они могут настраивать, они могут тестировать, они могут тратить очень много своих денег для того, чтобы посмотреть, а что будет работать, вот какой креатив работает, какая связка рекламная работает. Ну, кто занимается рекламой, вы меня поняли. Речь идет именно о маркетинговой связке. То есть откуда берутся качественные кандидаты. Потому что сетевику надо не вот это все знать, и технические моменты, а сетевику надо работать с кандидатами. С людьми, которые в бизнес приносят товарооборот. И плюс ко всему надо постоянно следить за рекламой. Надо вносить какие-то изменения. Надо контролировать статистику. Смотреть, сколько у вас тратится денег. Куда они уходят. Что это за люди. То есть очень-очень много работы, поверьте. То есть одному человеку это все делать, это реально, да. Это реально. Но если вы один такой, а что будут делать ваши люди в компании? Вот как вы своим партнерам это расскажете? Вы их будете обучать? Тратить столько денег на обучение, столько времени? Поверьте, это не будет копироваться от слова совсем. О, так что лучше все-таки довериться и заказать систему. Значит, за что будут платиться деньги? За что вы их будете платить? Значит, первое – это пакет доступа феномен MLM. Их всего два. Я их покажу чуть позже. Дальше. Придется оплатить необходимые сервисы для чат-ботов и лендингов. Это дополнительная оплата, это недорого. Поверьте, если вы там возьмете сервис по партнерской ссылке нашей, то получите там еще и бонус небольшой. То есть это не космические деньги, поверьте. Там зависит от пакета тоже. Ну что-то там в районе 10 евро, по-моему, в месяц. Значит, дальше. Рекламный бюджет. Это дополнительная оплата тоже. Она не входит в феномен MLM, равно как и сервис чат-ботов. Это отдельно, это ваши сервисы будут. Значит, рекламный бюджет тоже дополнительная оплата в зависимости от ваших возможностей. Ну, скажу так, за 5 долларов всего вы не прорекламируетесь. Вы должны тоже понимать, что для того, чтобы Facebook обучился работать и дал вам кандидатов, может потребоваться, может день, может два. У меня, например, они пошли на второй день вечером аж, потому что Facebook прокручивал рекламу, он обучался. Система, она обучается, там искусственный интеллект. То же самое касается и других рекламных систем, там Яндекса, Гугла. Они тоже, там есть автоматические стратегии, которые тоже обучаются. Они не дают сразу поток людей. И вот для того, чтобы начать, вам понадобится где-то 50 долларов рекламы. Бюджет. Я вам сказал, усредненный бюджет. Может за 50, может меньше, может больше. Ну, в среднем вот 50 долларов на 10 дней. То есть это будет нормально, 5 долларов в день. Вот и вы начнете получать уже целевых кандидатов. Значит, у нас феномен MLM есть два варианта входа. Это VIP для самостоятельного внедрения. То есть вы получите хорошее качественное обучение, вы получите хорошую качественную техническую поддержку, с помощью которой вы сможете сами все настроить. Вот я именно, ну, я-то умею уже пользоваться, да, но я вот взял в качестве эксперимента попробовать, вот смогу я настроить или нет. Смог, все получилось, все нормально. Пакет премиум для тех, кто хочет все получить под ключ, на блюдечке с голубой каемочкой. То есть вы не хотите этим заморачиваться, я считаю это правильно. Вы хотите, чтобы вам все настроили, и вы получили просто готовых кандидатов, как конечный продукт нашей системы. Готовые кандидаты каждый день в ваш бизнес. Все, это все, что вас интересует. Вот этот пакет для вас, премиум. Я рекомендую как раз его, потому что ну, для самостоятельного обучения все-таки надо иметь логическое мышление и хоть какие-то навыки технического взаимодействия с сервисом. Вот, теперь ответы на вопросы. Очень часто меня тоже спрашивают. У меня есть уже свой чат-бот, зачем мне еще нужен чат-бот ваш, да? Но для того, чтобы они туда попали, в ваш чат-бот, вам нужен лендинг, и вам нужны постоянные посетители, вам нужен трафик туда. Вот где вы возьмете этот трафик? Вот смотрите, я вам реальный пример говорю на основе юзкейса. То есть вы, чтобы 10 кандидатов получить ваш бот при конверсии лендинга в среднем 10%, вам надо 100 посетителей. Понятно, да? 100 посетителей зашли, из них 10 нажали на кнопку, попали в бот через Telegram или через Viber.
Вот. Но для этого, чтобы они, вот эти 100 посетителей туда попали, на вашу страничку, вам не просто надо 100 людям дать ссылку, а вам надо 1280 раз ее показать, чтобы туда зашло 100 человек. Это вам реальную статистику. Я на основе своих рекламных кампаний вам говорю. То есть среднюю такую. При том, что у меня хорошо они работают. Она может быть тоже отличаться, эта статистика. Может где-то в лучшую сторону, в худшую. Но в среднем вот такая статистика. Вот теперь скажите. Вручную можно 1280 раз дать ссылку, чтобы вас не заблокировали? Потому что вы, представьте себе, это все будете раскидывать вручную по группам, по сообществам, в личке к людям заходить, чтобы просто на один день к вам зашло 10 кандидатов. Ну, я думаю, вы сами понимаете, что это очень-очень сложно, нервно, и в итоге все аккаунты могут просто забанить. Вот, так что подумайте сами. А у нас все автоматически. Вы получаете готовых кандидатов, они заходят в бот, сразу с ними связывайте. Все, у вас голова не болит, кто там видит вашу ссылку, сколько раз она где показывается. Главное, вам конечный продукт. Дальше, почему у вас так дорого? Знаете, понятие «дорого» относительное. Кто занимается маркетингом, кто настраивает рекламу, кто рекламировал уже не один бизнес, он знает прекрасно, сколько стоит система, сколько стоит реклама, сколько стоит специалист, который должен ее настроить. Это очень-очень большие деньги. Поверьте, за 10 долларов, за 20 вам никто этого не сделает. Поэтому если вы умеете делать все сами, если вы умеете лендинги делать, создавать чат-боты, настраивать, корректировать рекламу, ее контролировать, окей, тут вопрос открытый, хотите берите, хотите нет. Вы все равно это сделаете. Но опять же говорю, таких людей очень-очень мало, это единицы. А если ничего не умеете делать, а если вы хотите сами, например, научиться рекламу делать, да? Это 1500 долларов минимум вам надо научиться делать рекламу на Фейсбуке, на Гугле, на Яндекс. Вот кто, опять же, занимался и именно с качественных маркетологов, вы знаете, что обучение стоит дорого, хорошее обучение. Обучение там за копейки, это будет не обучение, это просто будет, ну, такие скам-курсы их называю. Загнали, рассказали там, какие кнопки нажать на автоматических стратегиях, а что, чего, как оно работает, как не слить деньги, никто ничего не объясняет. То есть вы понимаете, что можно на рекламе слить впустую не одну сотню, а может тысячу долларов, и вам ничего это не даст абсолютно. Вы скажете, это не работает. А я скажу, это работает. Вопрос не в том, работает или нет, а в том, как этим пользоваться. Понимаете, можно молоток взять и ударить по пальцу, кинуть его и сказать, что это плохой инструмент, а можно забить им гвоздь. Поэтому если вы готовы сами разбираться, если у вас есть много времени, денег, причем денег на тестирование за свой счет, пожалуйста, вы можете сами все делать. Ну, вдумайтесь. Время, деньги, готовы ли вы ждать? Следующее, какие гарантии? Гарантии стопроцентные, они написаны на сайте системы. 100% возврат денег в течение 30 дней от начала обучения. Если вам что-то не понравится, пишите в поддержку, получаете возврат денег без вопросов. Это написано на сайте системы, можете зайти проверить. Я думаю, это очень хорошая гарантия. Тут уже все без слов. Потому что Олег Упилко, он давно уже продает систему. Это человек известный в интернете. Он, его знает много сетевиков. Это не человек, который вчера пришел и для того, чтобы собрать деньги и куда-то уйти. То есть вы должны понимать. Если у человека есть история, у системы есть история, есть уже команда, значит, она точно не заинтересована кого-то обманывать и куда-то исчезать. То есть возврат денег 100% гарантирован в течение 30 дней, если вас что-то не устроит. Поэтому все, что нужно сделать, принять участие, записаться в ранний список, потому что у нас очень мало мест. И до 10 октября времени мало. Потом цена может еще даже вырасти, потому что цену я вам показывал вот эту. Это цена со скидкой для тех, кто запишется в ранний список. Там есть кнопка, когда зайдете на сайт, ссылка будет под этим видео или в сообщении, если вы в Телеграме или в Вайбере, или на Ютубе под видео будет кнопка, вернее ссылка на систему. Зайдете, там посмотрите количество мест и сможете заплатить предоплату для того, чтобы туда попасть. Потом принимайте правильное решение, делайте это быстро, получите кандидатов в бизнес, начнете развиваться. Соответственно, начнете хорошо и много зарабатывать.